Ну вот, друзья, хотела вкратце показать вам, подготовка к Пасхе идет, и уже в магазинах много чего есть. Можете покупать в феврале месяце. О, нет, у нас уже март, но в феврале тоже же было. Пасха в апреле, не забываем. Сладости всяких видов, и зайцы, и курицы, и всякие вот такие наборчики сладкие для деток. В принципе, недорогие, да, вот посмотрите цены. Такой наборчик 1 евро стоит. Зайчики. И вот здесь, ну, это, конечно, подороже, потому что это другая компания. Вот такие вот сладости продаются у нас для деток. Вот такие наборчики. Пожалуйста. И цены, да? Смотрим. Вот это вообще дорогая фирма. Вот это вот дорогая фирма. Ну, вот такие дела. Вот такая еще. Такой фирмы Фоминка. Тоже подарочные наборы зайчиков. Смотрите, какая прелесть для деток. Сегодня 1 евро стоит в Ангиботе. А, со скидкой. Сейчас возьму сразу своим племяннику и деткам. Вот такие дела. Всем пока-пока и до новых встреч. Вот, ребят, по поводу куличей. Куличи, которые готовятся на немецкую Пасху. Вот специально написано, да? Пасхальный хлеб с изюмом. Вот на все, что способны немцы по поводу куличей. А какие у России красавцы. Вот такие дела. Такие куличи продаются на Пасху. А самое главное... Это готовые крашеные яйца. Пасхальные на Пасху продаются вот в таком виде. Очень красивые яички крашеные. Уже красить их не надо.